театре давали «Спартак». Фригия носилась по сцене злая, как собака. Уже второе отделение она не могла найти «Спартака». «Спартак» в правой кулисе играл в нарды. Дирижер «Кукуйтесь» закричал: «Господин Спартак, где вы ходите? Мы уже третий раз сыграем увертюру. Надо танцевать. И раз, и два. И раз, и два». Партию «Спартака» сегодня танцевал заслуженный артист Акоп Папикян. Папикян подтянул ритузы и побежал на сцену. Театр замер. Папикян был такой волосатый, что испугались даже мужчины. Фригия бросилась на «Спартака», как стервятник на суслика. Папикян закричал: «Люся Джон, ногами не надо. Поговорим, как люди». «Паразит!» – заорала Фригия, заглушая оркестр. «Ты где ночевал?» «Жанна, ты немножко забивала. Мы уже неделю как в разводе. Где хочу, там и ночую». Фригия прошипела: «Акоп, завтра я пронесу на сцену нож вот здесь, в декольте, и зарежу тебя, как цыпленка!» Спартак встал во вторую позицию. «Люся, мой золотой, я очень извиняюсь, но у себя в декольте ты можешь пронести только зубочистку. К моему глубокому сожалению». Он подхватил Фригию на руки, сделал фуа-гра, ну, в смысле, фуэте, и потащил ее по сцене. Фригия в бессильной злобе пыталась укусить его за руку и громко клацала зубами. Где-то в партере женщина сказала басом: «Боже, как они любят друг друга!» и зарыдала. Через минуту Спартак запыхался и сказал: «Джана, ну ты себе и сахарницу наела». Люся гордо подняла ногу: «Да, но не тебе этим сокорком лакомиться. Тем более, что ты редкий гад». «Кто гад? Я гад?» Папикян поднял Фригию над головой. «Зачем такие вещи говоришь? Детям помогаю, твоей маме долма делаю. А ты увез у меня из квартиры всю мебель. Я сплю на полу». И Спартак с удовольствием уронил Фригию. В зале думали, что Фригия уже больше никогда не встанет, и начали потихонечку расходиться. Но Люся вскочила, как и не падала. Мужчина с балкона отвесил комплимент: «Живучая зараза!» Зрители вернулись, в зале раздалась овация. Люся сделала штук 10 поклонов и закричала: «Да, вывезла, потому что я выхожу замуж и собираю себе приданное». Дирижер «Кукуйтесь» закричал из ямы: «Я вас не слышу, повторите! Что вы собираете?» Люся заорала: «Не твое собачье дело!» Кукуйтесь помахал палочкой: «Спасибо! Вы первая, кто поздравил меня с юбилеем! Приготовились! И раз, и два! И раз, и два!» Люся ехидно спросила: «Акоп, ну теперь-то ты счастлив?» «Конечно, очень. Но есть маленькие проблемы. У нее от первого брака 3 детей и кошка. От второго брака попугай, собака и свекровь. И всех надо гулять и кормить. Кормить и гулять. Как я устал гулять и кормить.
Спартак заплакал. Фригия подхватила его на руки. «Ну что ты, окопчик, Джана, успокойся. Ты самый лучший танцовщик в мире. Ты в 100 раз лучше Турсунова». Попекян выпрыгнул у нее из рук. «Люся, у Турсунова все поменялось. В Париже Турсунов танцевал танец с саблями. Не туда махнул саблей». И в один момент из плохого танцора превратился просто в замечательного танцора. Попекян покрутил свою бывшую за ногу и вдруг признался: «Люся, мамой клянусь, из всех моих баб ты был самый лучший». Люся скромно сказала: «Я знаю». Дирижер «Кукуйтесь» закричал из ямы: «Прекратите разговоры!» Люся взвелась метра на 4 над сценой и заорала: «Не прекратю! Слышите, я лучшая!» Театр вздрогнул от оваций. В кулисах стояли их дети. Младший Славка спросил: «Если наша мама самая лучшая, почему папа с нами не живет?» Старший сказал: «А потому что мама всегда говорила, что у папы от красивых женщин сносит крышу. Вот у него от нашей мамы крышу и снесло. Он ее отремонтирует и вернется. Он же не может жить без крыши с самой красивой женщиной в мире». Спасибо.